Дорогу на Халактырский пляж могут начать обустраивать уже этой весной. О таких планах рассказал губернатор Владимир Илюхин на встрече с редакторами камчатских СМИ. Глава региона отметил, что есть предварительная договоренность с Восточным военным округом о подписании соглашения, чтобы у властей появилась возможность использовать эту дорогу. Асфальт там укладывать не будут, но планируют сделать хорошую грунтовую трассу. Ожидается, что подрядчик зайдет на этот объект уже в феврале-марте.